Административная ответственность за ДТП превратилась в уголовную. Вечером 16 мая на проспекте Текстильщиков мужчина за рулем Рено Логан совершил наезд на пешехода. Дорожные полицейские возбудили дело об административном правонарушении. Обвиняемому грозил штраф в 1500 рублей. Однако, как позже выяснилось, потерпевшая получила тяжкие телесные повреждения. В связи с этим прокуратура Ленинского района опротестовала постановление инспектора ДПС. Теперь автомобилисту грозит уголовная ответственность и до 3 лет лишения свободы. В связи с тем, что административная ответственность исключает уголовную ответственность, прокуратура Ленинского района данное постановление об административном правонарушении было протестовано. Ленинским районным судом постановление об административном правонарушении отменено.